Вы смотрите видео об отеле Astra Opera. Ссылку на самые выгодные предложения в этот и другие отели от лучших туроператоров вы найдете в описании под этим видео. Не упустите свой шанс отдохнуть красиво и без лишней переплаты. Обращайтесь к нам за подбором и бронированием тура прямо сейчас. Отель Astra Opera расположен в стране Франция в регионе Париж и относится к классу гостиниц с числом звезд 4. Отель прекрасно расположен в центре Парижа между Оперой Гарнье и площадью Мадлен, близко от Вандомской площади и в 5 минутах ходьбы от галереи Лафайет. Метро Опера Хавр-Камартин 9 округ. Стильный отель группы Astotel расположен в одном из самых престижных районов Парижа, в 2 шагах от Оперы Гарнье, больших магазинов, Галерея Лафет, Принтемпс, Вандомской площади и улицы Делла Пайкс. Отель, недавно полностью обновленный, отличается элегантным фасадом и располагает роскошным лобби-баром со стеклянной крышей. Для размещения предлагаются комфортабельные современные номера с изысканным декором. Гостеприимство отеля высоко оценят как обычные отдыхающие, так и туристы, путешествующие с деловыми целями. На территории отеля имеется круглосуточное бюро регистрации, фойе, кондиционер в отеле, парковка. В номерах есть общее количество номеров, 82, ванная комната, ванна, телевизор, да, радио, двухспальная кровать, ковровое покрытие. Номерной фонд отеля состоит из стандарт, классик. Среди услуг, предоставляемых в гостинице, есть для проведения собраний, семинаров или деловых завтраков в отеле Astra имеется зал, в котором могут разместиться до 15 человек. Для детей есть услуги няни. Год постройки гостиницы – 1900. Год, когда был сделан последний ремонт – 2000. Ссылку на самые выгодные предложения в этот и другие отели вы найдете в описании под этим видео. Не упустите свой шанс отдохнуть красиво и без лишней переплаты. Обращайтесь к нам за подбором и бронированием тура прямо сейчас.